Всем доброе утро. У нас сегодня замечательное утро. Жаркое, можно сказать. 19 градусов на улице было с утра. Я уже без курток, без всего хожу. Февраль. Хотя февраль тоже почти прошел. Уже все, жара будет скоро. Как быстро время летит вообще. Прям так, чук, и все. И уже март. Хотя, помню, у нас бабушка говорила, марток наденешь, трой порток. Но в Испании об этом нет. Здесь не наденешь тройпорток. В общем, пошли мы, как всегда, на работку. Что еще делать? Кошка. Он их... Чарли! Не трогай. Любит он погавкать на кошек, но он их боится. Здесь черный. Охе! Терапая. Трус, сам, я не трус, но я боюсь. Вот дурацкий семафор, как это, семафор, светофор. Это уже минут пять, он вот красный. И дальше что? Так всегда. Стою как дурак. На улице, в машине жара такая. 26 градусов показывает, что на улице. Правда, нет, не знаю. Ну что, мне ждать вот пока он будет красный? Или уже рвануть? Ой, блин, понаставили эти семафоры, блин, светофоры. Просто эта улица туда движение, но так как у нас везде здесь эти ремонт дорог, то для автобуса сделали, что вот он туда идет, потому что по другой дороге не может пройти. И вот поставили эти светофоры. Я бы могла поехать, но рискую напасть на этот автобус. А если... мы встретимся, то нам негде будет разминуться. В общем, все еще красный. О, зеленый, надо же, аллилуйя. Видите, здесь какие улицы. Улицы. Представляете, вот я сейчас вот так еду, бац, и автобус мне тут встретится. И куда? И никуда. Поэтому понаделали этих светофоров. Я сейчас еду в Алькампу. Ох, кто-то так травку курит обширно. Такая вонь стоит. В Испании любят травку покурить. В общем, еду в Алькампу за фруктами. Вот тоже мужчина не это. Больной. В общем. Погнали. Хожу и не знаю, что я хочу. Я взяла, конечно, классический набор. Ананас, яблоки, мандарины, клубнику. Гранаты, смотрите, какие здоровые. 4 евро килограмм. Киви дофига и больше. Я как-то киви не очень люблю. Если люблю, только вот такие вот. Киви Gold. Они чуть подороже. Но они очень сладкие, они внутри такие желтые. В общем, да. Не знаю, кого хочу, не знаю, кого знаю, не хочу. Выбор такой стоит. Груши, вот груши как-то я не очень конференция. Не знаю, почему. Дыню. Эти, наверное, невкусные.
Вот они морщины, но они не спелые, они дуб дубом. Зуб можно сломать. Помело. Может, помело одну взять? Как вы думаете? Это вроде ничего. Возьму помело. На ужин. На ужин. Так и хожу, как дурак. Вот треска сушеная, вяленая. Здесь очень распространенно ее. 13 евро, 14 евро килограмм. Недешевое удовольствие. Ее вымачивают потом и готовят. Смотрите, как сало у нас. Сардины вот такие тоже. А вот уже 15 евро, вот уже такие вот без костей. В общем, треска какую хотите. Там вот такие вкусняшки. Вот это вот я все люблю. Кстати, я сегодня буду готовить лосось. Я сегодня одна дома, поэтому лосось. Смотрите, сколько вкусняшек. Вкусняшек. А тунец по 13 евро килограмм. Тунец, лубина 6,89, дорада 6,89. Сардбакероны, ну это типа кильки 3,50. Сардины 4,95, кстати, не очень дорого. А вот по 3 евро вообще большие. В общем, вот такая вот вкусняшка. Туда мы не пойдем. Там выпечка, нам там делать нечего. А куда нам? Нам больше ничего не надо здесь. Ни здесь вообще нигде. Куда идти? Блин, ну давайте хоть глазиком посмотрим. Ну вы знаете, я от одного взгляда уже полнею. Смотрите, блин, как пройти мимо. Как? А вот тут какие вкусняхи. И всякие донутсы. Смотрите, вот готовы уже для рулетика сделать. Вот, купи. И все. Готово. Все, я понюхала. Килограмм набрала. Можно уходить. Там, смотрите, какие вкусняшки. Все, все, все. Уходим, уходим. А ноги так и хотят остановиться. Эти орехи нереально вкусные. Это бразильские какие-то орехи. Ой, ну они такие нереально калорийные, блин. 2 евро килограмм. Жду вкусняха. Ну, тут они пускай лежат. Лежат, пускай. А вот смотрите эти кедровые орешки. Какие дорогие. Видите? Вот сколько немножечко. 5,50. На весь золото. Можно много разных орехов. У меня слюнки текут. Я еще кушать хочу. После работы. Много-много разных орехов. Семечки. Корм. Попкорн? А, нет, семечки. Ну, что-то за семечки какие-то новые. Гранные. Какие-то новые, что ли. Гляньте, даже чтоб плевать сюда с пакетиком. Но надо же, обо всем подумали. Очень цивильно. Хотя вот попкорн я бы полопала. А где он? Такой, чтобы в микроволновке делать. Не знаю. Значит, не судьба. Очень много тунца в консервах. Просто какого хотите, смотрите. Вообще, какой хотите. На любой вкус. И кошелек тоже. А здесь уже маринованные. Не маринованные, а соленые грибочки. Маринованных почему-то нету никогда. Это сделала в микроволновке на 3 минуты. Вот такой кусочек вполне быстро делается. Голова. И все-таки я купила себе сардины немножко. Я их на гриле сделала. Обожаю рыбу вообще. И картошка вчерашняя с цветной капустой. Всем приятного аппетита! Я однажды в Инстаграме у одной девочки, я ее смотрю, она и в Ютубе есть у нее канал. Катя зовут ее. Тоже в Испании живет. И вот она брала в Меркадоне, по-моему, да, мороженое в кокосы. Кокосовое такое. Ну, я, знаете, в Меркадоне как-то на него смотрела, но как-то мне не... Как это сказать-то?
Ну, глаз не лежал на это мороженое какое-то, думаю, невкусное, наверное. Вот, а тут она говорит, что очень вкусное, думаю, дай попробую. Я вообще таким проверенным блогерам верю. Вот, и думаю, дай попробую. Блин, оно правда такое вкусное, нереально вкусное. Ну, до Меркадона мне неохота было переться. Я взяла Валькампу. Оно, конечно, вот там в упаковке две штуки стоит. В Меркадоне 2 евро стоит. А вот в этом Валькампу 3. Ну, и оно не такое большое, как в Меркадоне. Сейчас вот буду пробовать. Потому что в Меркадоне оно реально нереально, вернее, реально нереально вкусное было. Я сегодня, как вы заметили, одна дома. И обедаю, и нахожусь, и вообще все. Вот, поэтому кушаю вкусняшки. И смотрю сериальчики. Буду это пробовать мороженое. Как оно, как из Меркадона, потому что из Меркадона было нереально вкусное. Вот так оно в кокосе выглядит, видите? Ну, хочу вам сказать, в Меркадоне намного вкуснее. Так что буду брать. Прям оно нереально вкусное. Я вообще кокос обожаю. Вот здесь попрошайка у меня лежит. Он меня сожрал. Если я уже много раз говорила. Если я делаю себе две сосиски, то одна сосиска идет для Чарли. Он у меня ест рыбу любую. Вот он съел, наверное, штуки 4 сардины съел. Я ему как маленькому ребенку очищаю и даю. Половина он съел моего лосося. Поэтому, если я что-то кладу, то там третья часть из моей тарелки 100% съедает вот этот вот попрошайка. И вот так вот лежит, вот смотрите, видите, он его просто гипнотизирует, это мороженое. Так как я вот эту вот штуку выкину, потом дам ему облизать. Что там останется? После меня мало что остается от таких вещей. Ну, дам ему, чтобы облизал, потому что он, смотрите, вот прям лежит на него. А еще, знаете, у него иногда слюни прям текут вообще. Как будто он всю жизнь, никогда в жизни не ел ничего. Моя попрошаечка хвостом там виляет, да? Ой, и поближе к нему, и так ляжет. И по-другому ляжет, по него смотрит, смотрит. Бедняжка. Пока я тут одна, что-то думала, да что ты там трындичишь еще. В общем, сейчас пойду гардероб разбирать. Теплые свитера спрячу, посмотрю, что у меня там за платьюшки есть, демисезонные. Так, по-моему, это называется. В общем, да, у меня все вот в этом шкафу висит. Будем смотреть, что тут можно достать и что можно спрятать. Потому что я люблю все дела делать, когда никого дома нет. Никто не мешается под ногами и не просит чего-то и кого-то. У нас кого-то музня играет. Цветочек, кстати, растет. Лук вчера обрезала. Так, хватит фигней заниматься, Оксана. Ты пошла гардероб разбирать. Вот иди и разбирай. Иду, иду. Кстати, скоро зацветут. А эти уже отцвели. Все отцвели. Вот этот только один классный пахнет. Надо еще купить. Выглядит, конечно, это не очень. Но я туда, знаете, уже как запихиваю? Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Чтобы туда залезло все. Три шкафа у нас. Ничего не лезет. Сколько пострадало вешалок? Пока две. Пока пострадали две вешалки. Потому что я разбираю еще гардероб мужа. Потому что вчера такой говорит, где мои футболки, где мои майки? В общем, да, ему уже жарко, ему уже на все, и для него уже лето. Смотрите, у нас ночью очень был сильный ветер. Надо вот сейчас пропылесосить здесь. И заплатить мульту. Штраф. Сейчас очень хорошо штраф можно заплатить, потому что здесь вот такой вот есть штрих-код. Видите? У меня в телефоне скачано приложение, чтобы считывали штрих-коды. Залазишь, просто вводишь свой номер карты и все. И оплачено.
Наверное, я Америку не открыла, но себе, для себя это вот я только открыла. Представляете? Надо сейчас заплатить. Вот, я почти все уже разобрала. Достала свои футболки. Потому что... Потому что да. Блин, теперь бы еще закрыть шкаф. И ни хрена не закрывается. Включила радио. В общем, такие вот у нас пироги. Сейчас туда-сюда и все, идти гулять с Чарли. У меня еще с клиенткой переписка идет на завтра. Она хочет вечером пойти, прийти уложиться. Но прийти хочет в 6 вечера. А у меня в 6:30 уже спортзал. То есть я... Ой, а еще у нас сегодня, знаете что? А где у меня пульт? У нас сегодня карнавал. И все должны прийти... У меня тут цветку. В общем, все должны прийти в карнавальных костюмах. Ну, я типа не все, я типа иностранец. Ты чё, Чарлике? А, у него, наверное, туда мячик укатился, он не может его достать. Ну да. И он вот таким образом не может его достать. Бинго! Чудно, еще говорят, собаки не разговаривают. Разговаривают еще как. И все дают понять, и все дают узнать. Просто нужно понимать собачий язык. Вот. Вот. Фу. Фу. На прогулочку. Я уже надета сразу в спортивный зал, падаю вот так. Даже в кроссовку. Идем гулять. Куда идем? С пинточком. А, туда нет. Вот так вот тянуть меня. Вот так вот тянуть меня. За Сири. Сам испугался. Сам испугался. Красота на улице. И пахнет блинами. Блинами? Блинами. Может быть, тут русские? Я знаю, здесь же румынцы живут. Насчет русских не знаю. Вот румынцы точно. Может быть, у них тоже масленица? Ну да, они же тоже это. Наши веры. Удивительно все-таки. Еще какую-то неделю назад я шла в толстой куртке с надетым капюшоном спортзала. А сейчас иду в одной, ну, такой футболке, или как ее назвать, из-под костюма. От костюма спортивного. И мне совсем не холодно. Можно сказать, даже жарковато. Представляете, как за одну неделю может поменяться погода. Поэтому прям даже не знаешь. Да какие недели? 2 дня какие-то, и погода совсем другая. Короче, на Сумбе сегодня мы отжигали. Карнавал. Но мне не особо понравилось, потому что потом какие-то песни поставили, которых я совершенно не знаю. Ну, с тематикой карнавала. И никто не знал. И знаете, даже сами тренеры ржали, потому что они сами не знали, как куда танцевать. То есть одна поставила, да, остальные...
знал, куда что бегать, прыгать. И на последней песне я даже ушла на тренажеры, потому что, ну, смысл стоять как дурак. Они и ладно, это было бы, знаете, песни, которые изучаешь на, ну, на какой-то промежуток времени. Это же тематическая песня, которая буквально на один вечер. И нахрен я буду париться, изучая ее. Думаю, лучше пойду на тренажерах, попарюсь. Попарилась. По сейчас жарко. Так, ладно, жалую я домой. Мой ужин. Вкусняшка. Сажусь монтировать. Чарли там кушал. Ну как же, конечно, я с тарелкой прошла в зал. Как это? Чего ты хочешь? Не ешь мой крем, он невкусный. Вдруг что-то вкусное ем, а он там ест свой сухой корм. Не, надо посмотреть, что я тут жую, да? Что ты пришел? Что пришел? Что надо? Что надо? Что тебе надо? Клубнику ему надо. Он ее гипнотизировать сейчас будет, да? Так что вот такой вот у нас день прошел. Завтра еще один будет. Я так рада, что на улице тепло. Потому что знаешь, ну, с камеры уже моя подружка стала. К ней можно и на ты. В общем, не надо надевать. Вообще как-то даже странно. Я сегодня с работы выхожу. И ничего не нужно на себя надевать. Как-то вот непривычно, да? Ничего, к хорошему быстро привыкаешь. Я смотрела прогноз. Еще будет в течение, по крайней мере, 10 дней погода такая же будет. Ну, а там уже март, там хуже не должно быть. Снег точно уже не выпадет. Он и так не выпадал никогда. Это в России в мае может снег выйти. Что такое? Так, у меня тут программа загружается. В общем, друзья, пошла я монтировать. Спасибо за ваши комментарии. Пишите, на все отвечаю. Спасибо за ваши лайки. Спасибо за все. Все самое наилучшее. Встретимся с вами завтра. Пока-пока.